Вот этого давай завербуем сейчас. Он у нас, у него есть форма Альбиона как раз, и у него срок заключения команды снижен. Угу. Давай попробуем. Вот. Я, наверное, что-то напутала. Мне показалось, что это он. Там тоже вроде какой-то такой простенько одетый был. Замечена конкурентка. И что мне это дает? Конкурентка в плане. Я не знаю. Привет. Дашь автограф? Не двигаться. Ясно тебе? Сколько кошки осталось? Все, кошка вышла. Опять кого-то бьют. Хватит тратить мое время, мразь! Не надо, прошу. Связи. Вот блин. Тоже. Хватит. Но у нас есть такой уже. А кого он там бьет? А кого он бьет, кстати, да? Блин, надо проверить эту хрень. Не нужен. Или нужен? Шпаколик и скидка на одежду при этом. А, ладно, все, он отстал от него. Да. 10-4, с целью покончено. Давай подождем нужного нам человека. Давай, говорит, подождем. Давай подождем. Дарт. Вот, сейчас подождем. 301 очко. Для победы нужно свести счет до нуля, при этом обязательно завершив серию бросков попаданием в зону. Удвоение или яблочко. Метание дротика. Дротик попадает в точку в пределах области прицела. Если играть в состоянии опьянения, броски будут менее точными. Но в награду вы получите дополнительную сумму йета. Перебор или единицы. Если итоговый счет будет равен единице или окажется отрицательным, раунд останавливается. Заработанные очки не засчитываются. Нет ничего постыдного в том, чтобы играть в дартс в одиночку. Ну, может и есть, но зато можно попрактиковаться. И что? Метнуть? Куда метнуть-то? Прицелиться? А где? А, нифига. Ой, я в дартс вообще 100 лет не играл. Тебе нужно туда, я не помню, куда светится. Куда. То есть вот эти темные полосочки, да, красные, зеленые подходят. Тебе в желтую надо попасть. Какую желтую? Ну тебе же подсветили зону, куда тебе нужно попасть. Ты чего? А, это вот так работает? Какую зону? Подожди. Тебе подсвечивали зону. Ничего мне не подсвечивали. Ну вот же светится. Это бонусное, наверное. Вот, пожалуйста. Это бонусное, это утроение. И что, туда попадать не нужно, что ли? А, это мисс считается. А в центр... Я в такой дартс не играл. Почему именно сюда вот только попасть? Ну, условия выставляет аппарат. Куда нужно. Это же сложнее. Последним попадите в удвоение. Да, по-моему, он просто подсказывает, куда лучше попасть. Да, я непобедим! Тебе нужно набрать определенное количество. Вот, я же говорю, он просто подсвечивает, типа, идеальные. Так, и что? А дуэли нет? Ты же все равно должен попасть туда, чтобы было идеально, а не так, как тебе хочется. А почему оно так долго соображает? Вот сейчас, где прицел? Вот. Ты настраивался, там руки разминал.
Опять попал. Еще раз опять попал. Возможно, тут с геймпада даже было бы удобнее играть. А центр сколько в таком дартсе дает? Или центр это вообще не туда, куда надо? Я же тебе говорил! Да, да, говорил! Там время-то еще не подошло. Видишь, а? Вот, а, там можно да, просто да. промотать время. Угу. Эй, тупица, про комендантский час помнишь? Ты меня слышишь? Ну, есть что сказать? Ну, ясно, вали. Некогда мне с тобой возиться. Ладно, ладно. Рогбистка. Я серьезно, проваливаю. Получает меньше урона и выносливость. Так, ладно, ждем. А сесть можно куда-нибудь? Нет, нельзя. Почему мне там надо ждать? Может, будешь смотреть, куда? Погоди, оно уехало? Цель-то уехала? Пока я тут дарт сыграл. Человек, с которым конкурирует наш рекрут, неподалеку. Займись взломом рабочей почты. Слишком далеко. А так, тоже слишком далеко? О, надо вплотную идти за ним. Знаешь что? Не мое дело. Я получил полный доступ к рабочей почте. Думаю, нашему протеже будет интересно взглянуть на письма. Ага. Да я бы лучше ее завербовал, чем того. Кстати говоря, есть увлекательные новости о мужчине, которому мы помогли. Так. Что скажешь о нем, Бегли? У него крупный горный долг. Куда больше той суммы, за которую обычно убивают. А, еще он отказался от финансовой помощи состоятельной подруге. Какой игроман откажется от халявных денег? Здесь явно что-то не так. Какая проницательность? Возможно, его подруга сможет объяснить столь необычное поведение. Это мысль. Бегли, назначь встречу. За что? Случайно его задел. Бежим! Ой, ну и место. Камера, зачем ты разворачиваешься? Ну и место. Зачем тут столбы понаставили? Не, я просто смотрю назад, еду назад, а камера мне вперед пытается развернуться. Это как? Зачем? Вперед она что-то не крутит. А далеко вообще, а то может быть мне проще. Нет, не далеко. Спорткар прям какой-то. Куда? Вот почему ты под колеса? Зачем? И кота. Ну это было уже. Говорят, тебе нужна помощь. В чем дело? Речь о моем друге, да? О боже, что с ним? Он увяз в этом по уши. Продолжай. Азартные игры разрушили его жизнь. Я пыталась вытащить его из долгов, но нет. Он уехал на встречу с кланом Келли. Они его убьют. Это как раз по части DedSec. Посмотрим, что можно сделать.
Наша не в меру азартная цель сейчас в районе, который облюбовал клан Келли. Надо проверить. Я же его переодевал. Нет, я не его переодевал. Ты его не переодевал. Я его не мог только... переодеть. Только-только вот завербовал. Нет, я это не хочу. У меня ничего нет интересного. У них у всех, что ли, эта маска по умолчанию идет? Там рубашка еще была. Так он так в рубашке. Ну, там другая была, белая. Какая белая? Ой, гардероб. Ты вот про это? Так это женская. В смысле женская? Она универсальная. Ну, ну ладно. Что, там титьки торчат, что ли? Ну, вроде не торчат. Берегись. А как посигналить? Почему нет? Автопилот? Автопилот включен. Так, я не понимаю удивления твоего. Я не знал, что здесь прям автопилот есть. А ты знала? Ну вот, говорили же еще на прошлом стриме, я тебе говорила, что там, где... Кнопка А, там. Ты мне сказала, что значит эти машины можно угонять. Вот что-то такое ты мне сказала. Я сказала, да, что это машина с автопилотом. Ее можно угнать, и никто тебе не скажет. Ты не сказала, что это почему автопилот, который будет говорить? Можно включать. Нет, ну можно было бы попробовать. Если автопилот есть, автопилот, наверное, он должен как-то работать. А, написано. Это я сейчас нажал, оно вот так вот обычно отображается. Я-то тоже откуда мог знать? Так я не понимаю удивления. Не, ну удивление я не понимаю, потому что все-таки она автопилотная. Порадоваться можно, да. Так я и порадовался. Такие усоры. Наш любитель азартных вот такие, ребят, категоричные. Судя по тому, как это обычно происходит, в смертельной опасности. В чем мы ссоримся-то? Поспеши. Никого, уходи. Я вот хочу залезть и присесть. Смогу я это сделать? Никого не вижу. Хожу туда. Не смогу. Как мне профиль бы ее посмотреть? Аккуратненько. Куда она ушла? А тут кто-то уже готов завербоваться. Как это работает? Нафига ты мне нужен? Дезориентирует. Временно занят, говорит. Уникальное оружие у него. Ага. Там вот наверху где-то разрисовать можно. Ладно. Прошу, говорит, помоги. Зачем я сюда влез? Тебя видно. А, нет, не видно. А теперь видно. Я не могу. Убегай.
Ого! Тяжело уронить. Класс. Короче, вот такие большие дроны, их вообще бесполезно. Ясно. Тяжело ранен. Причем я его вообще никак поломать, ничего не мог сделать. Видимо, перк, потому что нет. Ладно. Итак, кое-кто из агентов не завершит эту операцию, потому что его оперируют. Ну, все ради благого дела. Я готова. Стоп. Ой, какой, какая у него маска прикольная. Что такое? А, то есть они меня теперь все подозревают? Обижала, сука. Лоханулась я. Ускорен набег с погоней. Отлично. А чего он ко мне пристает? Нейтрализую, пройдет Йета. Он говорит, ну возьмите меня. Чего действительно тянут? Сейчас еще в больничку кого-нибудь отправим. Блок ставит, гад. Вербуй, вербуй. В смысле вербуй? За волосы в пещеру. Хорошие перки. Не, ну я согласен. Я похакал? Это вообще что-то. Вот спрашиваю, ты чего докопался вообще? За нее я не могу его вырубить. Кто до кого докопался? Да, мужик этот. Так, а мне надо теперь попасть наверх. Ой, Катя, спасибо за донатик на вкусные печеньки. У меня, правда, уведомления были выключены. Нет, не трогай меня. Так. Это вот эти вот взлом КТ дронов, да, которые? Похоже. Это дрон Уэйн. Надо читать. Надо читать. А кто такие Уэйн? А, вот, вот эти. Капец. Развели тут всяких дронов. Поймешь. Да подожди ты. Помогите. Лежит там. Помогите, говорю. Да иди ты отсюда уже. Ожидаю данные о протестах. Не запрыгнул. А я могу ему по голове попрыгать просто? Может, как-то можно отвлечь внимание, например? Иди посмотри. Он здесь! Вызволяй!
Собрание численностью больше 5 человек будет разгоняться. Это кто? А, это видеокамера. Что происходит? Что такое? Помоги. Какого хера? Ага. По-моему, я кого-то не того. Тот, да, скачал комнату. Там, где поднялся шум, ничего. Осмотрись рядом. Дрон, начинай искать. Да подожди ты, у нас тут спецоперация. Я главное сначала их всех это. Тут вот еще один должен где-то ходить. Куда он делся-то? Странно. Ты его уже вырубил? Я не заметил. Вроде не вырубал. Да подожди ты. Но мне сюда только прорваться остается за человека. А остальных никого не можешь? Возвращаюсь к патрулированию. Подожди. Вот, иди посмотри. Не хочет. Ну, такой сигналил. Надеюсь, это не ценный кадр. Да подожди ты. Да, по лесенке. Дрон вот этот так мешает. Лом. Ничего такого. Надо будет потом еще бойца Келли нормального найти. Вот стоит прям. Осторожно. Да, она вроде строитель. Не должна. А. На меня не сработает? Обеспечивает безопасность граждан. Так кто его знает? Осторожно. Помогите. Хорошо, спасли. Боже, спасибо. Отведите его в безопасное место. А что тут вот осталось? Жители Лондона, нарушители закона будут преданы суду. Здесь вот опасненько, но зато здесь можно обойти. Протесты подвергают опасности населения и могут привести к насилию. Да, разбибикались там. К какому заложнику вернитесь? Он пройти, что ли, где-то не может? Куда ты? Вернись, я все прощу. Иди ко мне. О, дурной. Спускайся. Если бы пауку дали кусачки, было бы слишком просто. Наверное, чисто из-за этого. А он умеет просто спрыгивать? Не знаю. Лучше по лесенке, да, наверное. Да, по лесенке. Здесь-то он перепрыгнет, я надеюсь. А вот здесь вот можно. Ну?
Ну? Нет? Ну как это называется? Что ты тут приседаешь? Где тут выходы у вас еще? Он перепрыгнул в итоге. Ой, вообще. Тролляка. Встань, давай уже. Куда тебя в безопасное место-то отвезти? В машину, может, сесть нужно. Отлично. Узнай, все ли в порядке. Во, круто. Теперь у нас есть Альбион. Надо залезть, раскрасить там. С ним говорить не нужно? А, нужно. Тебе же сказали, узнай, все ли в порядке. Ты в порядке? Я просил о помощи. Нет, но тебе надо было явиться сюда и все испортить. Да, вот так вот. Но... Чепуха. Дело-то не хитрое. Я в этом не новичок и знаю, что делаю. В смысле? Я долго готовился, заманивал их в ловушку. Изображал игромана, набрал долгов, чтобы подобраться к ним и подсадить вирус, ворующий крипту. Но я не думал, что они пошлют за мной таких... скотов. Вот это поворот. Что скажешь, если я предложу тебе загрузить вирус? Вот заработаешь, купишь себе что-нибудь. Ладно, не вопрос. Что это вообще было только что? Куда загрузить вирус? Значит, он поставил на кон собственную жизнь. Предпочитает высокие ставки. Он мог бы стать одним из нас. Что ж, поможем ему. Устройство одного из подручных Мэри Келли – оптимальная цель для загрузки вируса. Отправляю данные. У меня мозг сломался. Немножко. Ну, да. Тут есть некоторые проблемы с... В общем, некоторые проблемы есть. Так. Жилой район Саутарка. Саутуарка. Вступай в Лигу кулачных боев прямо сейчас. Невероятное преимущество. Стань звездой. Откажись от бедности. Руби бабло. Оставайся в Великобритании. Наши юристы помогут с документами. У тебя есть сила, амбиции, и ты любишь помахать кулаками? Тогда это твой шанс. Вступай в Лигу кулачных боев прямо сейчас. Узнайте подробности у любого нашего представителя. Звездный статус не гарантирован. Размер выплат зависит от качества выступления. Отлично. Ой, как у Закота, а как мне туда забраться? Ну, я нашел, где раскрасить. Отличное место для творчества. Ну, давай вот это. Подходящее место. О, дрон. Лови. Стоять. Опасны эти дроны. Правда. А если я головой стукнусь, как оно? Так. Так. А вот тут что можно сделать? Что это? Освободим район. Замените пропаганду Альбиона на вашу, чтобы улучшить репутацию в этом районе.
Ромедик, найден. Так бывает после того, как тебя изобьют. Боюсь, пока что придется справляться самим. Ни на что не намекаю, но мудрым решением было бы завербовать парамедика. Гениальный способ побыстрее вытащить агента из больницы и вернуть в строй. У меня нет парамедика. У меня же есть парамедик вроде. Который позволяет быстрее выздоравливать? Ну да. А кто? Я не помню такого. Нет у меня. Разве я не вербовал? Не успел? А, не вербовал. 46 минут, ничего себе. Вижу, ты выразила свое мнение. Глядя на это, жители Саут-Варка сразу поймут. Автор бросает вызов Альбиону. Мне нравится твой подход. Спасибо, Бэкс. Мне бы доделать сначала, наверное, а потом уже вербовать. Далеко? А, недалеко. Медленно, наверное. Чуть-чуть бы побыстрее были, было бы совсем классно. Так-то красиво. Цель для загрузки вируса в непосредственной близости. Ясненько. Я вижу, вас могут обнаружить. То есть, а если я, допустим, вот здесь, меня не могут обнаружить. А еще паучок не разбивается. Так, куда вирус загрузить надо? Все передать вирус. Слишком далеко, понятно. Подобраться поближе. Возможно. Здесь таким образом и не подойти. Слышал. Охраняет, да. Надо с крыши, видимо, этого вагончика. Отбираться. А здесь и Келли, и Альбион. Ну такая на шайка гейка. С одного корыта, как говорится. Чего? Стой. Я залил? Вот так сделать. Не знаю. Во-во-во. Скоро твое место займу. Они там играют. Закачка завершена. Теперь вали, или тебя наверняка убьют. А, то есть можно сменять? Можно, но я бы хотел посмотреть, где тут какой-то сейф есть. Осторожненько. Денежки. Вирус установлен. Наш друг будет рад. Пора сообщить новости. Готово. Браво! Открою шампанское и буду наблюдать, как крипта течет в карман. Не присоединишься? Снимем пентхаус, обсудим будущее. О, а знаешь что? Текстовый документ. Дедсек нужен как раз такой человек, как ты. Текст. Присоединяйся. Это весело. Ладно. Тут вроде
Я в деле. Повеселимся? Искать бесполезно. Где этот текстовый документ? Ты видишь? А, вот контейнер лежит. Осторожно. Я же говорю осторожно. Прям на него выскочил. Блокируйте бота, паука! Здание AYW Imports, лот 541. Разные фигурки авторства Хагара, включая мальчик на велосипеде и маленький мальчик на пони. Лот 542, ну, в общем, смешная PD-инсталляция. Ладно. Все нормально. Паучок — это чит все-таки. Слишком с ним просто.